Главный судебный пристав Магаданской области поделился итогами работы за 2021 год. На принудительном исполнении в структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов в 2021 году находилось 263 тысячи исполнительных производств. В рамках исполнительных производств взыскания алиментов 56 должников были привлечены к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, 147 неплательщиков алиментов были привлечены к административной ответственности по статье 535 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях. 82 должника на сегодняшний день объявлено в розыск, 1630 неплательщиков временно ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Взыскано и перечислено взыскателями более 2 миллиардов рублей, что по сравнению с предыдущим годом больше на 406 миллионов рублей. Также рассказали о том, как можно подать заявление должникам. Это можно сделать на личном приеме у судебного пристава-исполнителя или через канцелярию структурного подразделения. А также для подачи заявления можно воспользоваться порталом госуслуг.